А 18 июля глава региона поздравил с 92-летием участника Великой Отечественной войны Бориса Ивановича Воробьева. Заслуженный ветеран родом из Ржева, в августе 1942 года подростком он попал в немецкие застенки. После войны Борис Иванович Воробьев служил на флоте, затем работал строителем. Среди наград ветерана – орден Отечественной войны второй степени, медаль за трудовую доблесть. Он был одним из почетных гостей открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Масштабный комплекс в 2020 году открыл президент России Владимир Путин. В том же году Борис Иванович указом главы государства удостоен ордена почета. Награду фронтовику вручил губернатор Игорь Руденя. Уважаемый Борис Иванович, добрый день. Звоним поздравить с днем рождения, пожелать здоровья, радости, поблагодарить вас за то, что вы сделали для нас. Еще раз вам пожелать самого доброго, хорошего настроения и сказать, что мы всегда рядом.